Баба-Яга и Кикимора посетили первоклассников 7-й гимназии в Одинцовской библиотеке номер 1. Пришли не просто так, а чтобы оставить их без ясного солнышка. В роли злодеев сотрудники библиотеки. Они подготовили большую развлекательную программу в первый день Масленицы. Это веселый праздник. Можно с детьми повеселиться, научить их чему-то, потому что у нас были вопросы, связанные с Масленицей, и на некоторые вопросы они не знали ответа. Сегодня они ушли от нас просвещенные. Спасти всех от злых чар смогли добрая красная шапочка и хитрый волк. Дети тоже активно включились в театрализованное действо, весело импровизировали. И это только украсило программу. Мне кажется, что всем очень понравилось. Мы стараемся каждый год как что-то новое придумывать, ну, ребят как-то развлекать. Сегодня такая солнечная погода. Думаю, что начало масленичной полосы положено очень хорошее и интересное. Разные народные игры, загадки, танцы и песни – здесь было все. Дети не только отлично встретили Масленицу со сказочными героями, но и познакомились с народными традициями. Мария Шматкова, Эмилия Ракелян, Николай Бирюков, телекомпания «Одинцова».